создает, как бы это лучше сказать, не машины, не механизмы, не скульптуры, нечто, что вызывает неизменное восхищение у всех, кому случается увидеть его творение. С подробностью корреспондент Екатерина Смирнова. So this is a head punching machine. Вот он ненавидит себя так сильно, что может только лупить себя по голове. Опять и опять. Я его сделал, когда работал на фабрике. Ох уж я себя клял за то, что там оказался. К тому же я терпеть не мог своего начальника. И вот дома по вечерам разряжался. Но вдохновение Кэл Спилесич черпал не только на фабрике. Он работал и фотографом, и оператором, и строителем. Все ему пригодилось. Перед вами механическое искусство. Эти вещи, как и люди, рождаются и умирают. А пока они живут, у них идет своя жизнь, в которой вы можете принять участие. Ну а вот это мой кусак. Он всегда хочет есть. Очень удобен, если нужно пойти в опасный район города. А вообще, я его сделал по просьбе одного техасского миллионера, который хотел чем-нибудь размягчать мясо для шашлыка. Ну и от пива кусак. Он с детства одолевала любовь к механике. У его отца была строительная компания, где Кэл помогал папе. Мама же растила 9 детей. Мама всегда просила сделать ей какое-нибудь приспособление, чтобы мыть окна. И вот, в конце концов, я поддался на уговор. Кэл и его создание живут все вместе, в одном помещении. Кэл, а вам не бывает иногда страшно по ночам? Ну, за все приходится платить. Пару раз меня машина очень серьезно ранила. И тогда я задумался, чем же это я занимаюсь. Но вообще-то меня с детства увлекала история Франкенштейна. На этих словах мы, конечно, не могли удержаться, чтобы не посмотреть, где же живет и творит этот создатель Франкенштейнов. Кэл любезно пригласил нас к себе в гости, своего рода артистический амбар в промышленной части города. А живут здесь всякого рода художники и другие люди искусства. Ага, а вот и сами хозяева. Это помещение стоит $1500 в месяц. Примерно за эти же деньги можно было бы снять небольшой домик. Но домик Кэллу, как вы догадываетесь, совершенно не подходит. В целях экономии Кэл делит этот амбар еще с двумя соседями. Все трое построили себе по маленькой спаленке. Все остальное общее. Кэл, а ваши соседи не возражают против шума, который вы здесь устраиваете? Они знали, на что шли, когда сюда вселялись. Я их сразу предупредил. Но Кэл не так часто бывает дома. Выставками своих любимцев заработать ему почти невозможно. Поэтому приходится заниматься чем угодно, лишь бы свести концы с концами. Чинить машины, строить дома, работать сварщиком. Но уж с каким удовольствием Кэл в свободное время пополняет свое семейство. Okay, these are the kissy boys. Познакомьтесь, это целующиеся любовники, соединенные в бедрах. Любят они друг друга до смерти, буквально. Я их на конференции социологов в Берклийском университете выставлял, как пример любви и ненависти в моей интерпретации. Может, искусство Кэлла и покажется вам агрессивным, но у него на то свои причины. Одному Богу известно, что бы сейчас со мной было, если бы не мое искусство. Я мог бы оказаться в тюрьме или стать наркоманом, убийцей или сумасшедшим. А так эта энергия уходит в мои, потому что в душе я все еще мальчишка. Но и мои зрятся маленькими, когда я им даю поиграть. Это правда. Трудно передать, как же приятно иногда бывает вот так запросто пострелять картошкой. Даже если мажешь. Надо добавить, что почти все машины Кэлла вообще очень любят овощи. А вот это моя гильотинка. Мне очень хорошо сводить счеты с крысами и с ворами. Да и на кухне она может пригодиться. Попробуйте сами. Вещь на кухне действительно незаменимая. А вот крыс и мышей ловит кошка по имени Стефани. Кэл, вы надеетесь стать знаменитым?
Я как-то об этом не думаю. Наверное, нет. Не хочу, чтобы мне мешали работать, не давали проходу на улице, когда я иду по своим делам. И у Келлы хоть отбавляй. На то, чтобы воплотить хотя бы часть из них, уйдет не меньше 5 лет. Главный вопрос – где взять время? Потому что где взять материалы, ему уже известно. Я очень хорошо ориентируюсь на свалках и в комиссионках. Вы, конечно, уже поняли, что Кэл человек очень поэтичный. Девушка, в которую я влюблен, очень любит все крылатое. Ангелов, фей, стрекоз. И вот на Рождество я сделал для нее вот это. Но если вам вздумается приобрести одно из творений Кэлла, даже не надейтесь, шансов очень мало. Они ведь ему родные.